Всем привет, это Science Daily, новости науки и космоса. Аппарат НАСА Юнона 7 июня пролетел мимо спутника Юпитера Ганимед и сделал этот снимок, находясь на расстоянии около 1000 километров над его поверхностью. Ганимед – один из галилеевых спутников Юпитера и крупнейший спутник в нашей Солнечной системе. Его диаметр более 5000 километров. Это на 8% больше, чем у Меркурия. Масса Ганимеда превышает массу Луны в 2 раза. Предположительно, в его недрах на глубине около 200 километров между слоями льда есть океан жидкой воды. На поверхности Ганимеда наблюдаются 2 типа ландшафта. Треть поверхности спутника занимают темные области, испещренные ударными кратерами. Остальную площадь занимают более молодые, светлые области, покрытые бороздами и хребтами. Причины сложной геологии светлых областей до конца не ясны. Ганимед – единственный спутник в Солнечной системе, обладающий собственной магнитосферой. Скорее всего, ее создает конвекция в жидком ядре, богатом железом. У спутника есть тонкая атмосфера, в состав которой входят атомарный кислород, кислород и, возможно, озон. Это первые детальные снимки Ганимеда с разрешением около 1 км на пиксель. До этого ни один космический аппарат не делал снимки спутника с таким разрешением. Ожидается, что в ближайшие дни станция Юнона передаст на Землю все полученные снимки, в том числе и цветные. Оставайтесь с нами, и мы будем держать вас в курсе последних новостей из мира науки и космоса.